Всем привет, друзья! С вами как всегда Робзи, и добро пожаловать в Brawl Stars! И сегодня я решил устроить нечто просто невероятное! Многие из вас уже знают, что в игре стартовало совершенно обычное испытание, но нифига оно не совершенно обычное! Здесь 9 режимов, все они разные, и в каждом режиме у нас есть дополнительная особенность. Допустим, вот здесь, в горячей зоне, у нас будет уклон, то есть карта будет наклоняться, как на корабле, и в каждом режиме у нас будет разные фишки, поэтому сегодня я решил усложнить данное испытание и попытаться пройти его с помощью рулетки, да, друзья? На каждый раунд бравлера мне будет выбирать рандомно рулетка, и я должен буду выиграть этим бравлером с рандомами. Вы только представляете, насколько это сложно, поэтому, ребят, мне нужна ваша поддержка, а тем более, если вы не хотите, чтобы Brawl Stars заблокировали и YouTube не перестал работать, то нужно прямо сейчас за 5 секунд поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Раз, два, три, четыре, пять. И, кстати, если вы не забыли, то здесь за победу дается 2000 гемов. Да ладно, ладно, шучу. 5 гемов. 5 гемов я уже получал. Поэтому, ребят, идем с вами в рулетку. Итак, первый бравлер, за которого я должен буду, по крайней мере, постараться выиграть, мы сейчас узнаем. Мы сейчас узнаем, кто же это будет. Да ладно, неужели Мортис? Нет, 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 нет. Серьезно, Ворон, вот это повезло, ребята, легендарочка. Такое, друзья, бывает крайне редко, чтобы нам выпадала легендарка. Это просто нечто. Естественно, возьмем себе, наверное, все-таки гаджет на урон и поехали. Я играю за рандомного бравлера, несмотря на то, что это Лего. И я играю с рандомами. Это просто жесть. У нас Тара, у нас Динамайки, здесь еще ребята. Так, поехали, поехали, поехали. Немножечко потравили, потравили. Хорошо, хорошо. Блин, будет сложно, будет сложно. Мне бы здесь, конечно, бы Сэнди. Мне бы, конечно, бы других бравлеров. Ну ладно, хотя у нас есть Ворон, поэтому... Воу-воу-воу-воу-воу, нифига. Нифига их там прижали. Нифига их там просто зажали. Просто пипец. Вы посмотрите, с какой скоростью гоняет вагонетка. Это просто забей, ребята. Вагонетка просто самая быстрая в мире. Так, аккуратно. Аккуратно, у всех у нас 11 силы. Несмотря на то, что мы играем с вами на маленьких кубках. Хотя нет, ну не совсем маленькие. Здесь же рандомная совершенная фигня. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Он отжал у нас один гемасик. Ах ты ж гадина. Слушайте, у меня уже 6, у меня уже 6. Так-так-так-так-так-так-так-так. Я успел убежать. Я успел убежать. 6 гемов, 6 гемов есть. Так, у Тары один гем. Мы пока заняли полностью мид. Это проблема, это проблема, проблема. Так, хорошо, забрали еще один гем. 8. 9. И все, ребята, последний гем, пожалуйста, 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 пожалуйста. Блин, один гемасик остался, ребята. Я не пойду, я не пойду. Тару сейчас подбили. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. 9 гемов, ребята, давайте, 900 хп. Так, есть, есть, есть. Отсчет пошел. Отсчет пошел, пошел, пошел. Так, тихо-тихо-тихо. Сбора забрались. Сбора забрались. Гемасики отжали. У нас есть 11. Пацаны, здорово, ребята, это победа, серьезно, рандомы, на рандомочке, в рулеточке еще и победа. Прыжок, просто прыжок. Вот это я прыгнул, вот я не видел, что там спайк прибежал. Вот это, конечно, жесть. Итак, первая награда, первый значок у нас, поехали. Что это? Хорошо, ребят, хорошо, но дальше будет интереснее. Горячая зона с наклонами. Итак, за кого же я здесь буду сейчас играть? Просто реально интересно, просто реально безумно интересно, кем я должен буду сейчас побеждать в горячей зоне. Да ладно, два раза подряд легендарка? Вы что, серьезно? Сэнди? Это же просто легкотня! Если честно, я даже не представляю, как такое могло случиться. Два раза подряд Лего! Что происходит, ребята? Две леги подряд выпадают мне в рулетке. Теперь у нас еще и Сэнди. Я просто в шоке. Я реально сейчас в шоке. Так, у нас будут сейчас разные наклоны. Так, давай, я иду сюда. Вы направо, я налево. Так, здесь у нас сразу два бравлера. Тихо, тихо, тихо. Во-во-во-во-во, нифига. Нифига. Нифига нас наклонило, ребята, 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 держитесь, держитесь. Почему у нас Эдгар просто пошел и сдох? Ну, потому что Эдгар против Джеки никак не вытаскивает. Так, 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 хорошо, 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 ребята, так, дефаемся, дефаемся. Меня немножко пробили, пробили. Так, раз, два, три, четыре. Блин, 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 блин. Хорошо, хорошо, ребята, поехали. Джеки стащила наших. У нас 45 на 21. В принципе, неплохой результат. Куда ты пры... Боже мой, куда же ты прыгаешь, ребята? Куда ты прыгаешь? Я не понимаю, куда ты прыгаешь. Так, ребята, там подожгли.
Там подожгли. Идем помогать. Идем помогать. Мы, нам нужно отсюда отогнать Джеки. Обязательно отогнать Джеки. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, еще отогоняем Джеки. Отогнали. Заняли два круга, ребят. Неужели я смогу пройти без поражений? Вы представляете, если я смогу пройти без поражений, это будет просто жесть! У меня не успел откатиться скилл. У меня буквально немножко не успел откатиться скилл. Так, Эдгар прыгнул. Я там накинул себе немножечко туманчик свой. Так, пошла ульта Тары. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Сносим, сносим, сносим тень. Так, тихо, 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 уходим. Блин, у меня не тот гаджет. Я вообще, я взял не тот гаджет. Так, тихо, 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 тихо. Ребята, ребята, ребята. Мне нужно буквально немножко. Мне нужно буквально немножечко. Так, 90 на 78. Ребята, держимся, держимся, держимся. Мне нужно ульта, 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 ульта. Нет, я не то нашел. Фух, я выиграл, ребята. Я выиграл, еще звездный игрок. Еще и мега ящик на халявку. Так, что мне выпадает? Новенький бравлер. 6 предметов, ребята, 6 предметов. Так, 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 так. И ничего не выпало. Ладно, пишите, что же вам выпало, потому что мне реально интересно. Но пошли крутить третьего бравлера. Рулетка крутится, бравлер мутится. Кого же мне сейчас она выдаст? За кого я буду играть? Вдруг третья лего? Вдруг три леги подряд? Подожди, это Эш? Это Джеки? Это кто? Это Эш? Ладно, попытаемся за него. И, кстати, я буду сейчас играть на осаде, где супер заряжается очень быстро. Я просто в шоке. Я просто сейчас в шоке. Так, естественно, берем здесь урон. Уберем с вами ускорение. Кусты здесь есть? Да, кусты есть, поэтому поехали. Играем же за Эша в осаде с режимом ускорения. И на рандомным... Да, рандомным бравлером, короче, мы играем рандомным бравлером с рандомными ребятами. И, ну, карта хотя бы не рандомная, потому что здесь, в принципе, все карты понятны. У нас есть 14 болтов, у нас есть сейчас все шансы. Так, аккуратненько идем, аккуратненько идем. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Так, тихо, заходим, 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 заходим. Так, на максимальном уроне. Снести, снести, сколько? Да, блин, ребята, какие, какие? 38, давай, давай, 44, 40, 38, 37. Да, 1%, 36. Вот это, конечно, имба, ребята. Мы на последних секундах просто вытащили. Фух, пока что идем 3-0. Дальше идет ограбление, и здесь нужны дальники. Я не знаю, что мне сейчас предоставит рулетка, но и я прошу, если бог рулетки меня сейчас смотрит, пожалуйста, дай мне дальникова, дальнего бравлера, пожалуйста, хорошего такого динамо... О, пипец. Но, друзья, как вы знаете, с рулеткой спорить нельзя. Если мне сказала рулетка, бери, дружище, динамайка, значит, бери динамайка. Ладно, играем за динамайка, ограбление. Фух. Так, подождите, здесь еще и инвиз? Вы что, серьезно? Здесь еще и инвиз? Здесь же все невидимки, ребята. Почему ты стоишь? Почему ты стоишь? Так, подожди, подожди, подожди. Здесь по-любому кто-то идет. Здесь по-любому кто-то идет. Блин, я не вижу никого. Так, подожди. Тихо, 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 тихо. Блин, здесь Джесси. Джесси, Джесси, Джесси. Почему у нас АФК? А ребята, я никого не могу попасть. Я никого не могу попасть. Да, до нас просто фигачат. Давай, 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 давай. Пошла ульта, пошла ульта. Пошла ульта, давай, давай. Ха-ха-ха. Мы это сделали просто. Пипец, 4-0 с рандомами. С рандомными бравлерами в этом испытании. Мне кажется, я даже могу получить шанс на победу. 4 раунда позади. 4 победы сделано. Ни одного поражения. И теперь у нас баскетбол. Реально, баскетбол на рандомном бравлере. Кто это будет? Пожалуйста, пускай это будет Эмс. Пускай это будет Эмс. Это Эмс, ребята. Нам просто везет сегодня. Потому что я на основном аккаунте прошел этот режим тоже на Эмс. Вы не поверите, но это просто имба. Это просто жесть. Естественно, берем на хил, берем на отталкивание и пошли. Пошли, пошли, пошли. Главное, чтобы меня команда не подвела. Главное, чтобы моя команда могла постоять за себя. Фрэнк, Макс и... Ого, 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 ого-гошеньки, ого-гошеньки, так. Пацаны, проблема, 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 проблема. Эдгару не дайте... Они забили трехочку. Вы что, серьезно, не могли забить все это время? Ребята, вы издеваетесь? Вы что делаете? Вы что делаете, ребята? Где? Где наша команда? Вы что, умерли? Вы что, не могли? Капец! Вы серьезно? Я ненавижу вас! Вы просто такие нубы!
Но за Эмс мне не судьба сыграть в следующем раунде, потому что по условиям я должен каждый раунд менять бравлера, что бы ни случилось. И теперь у нас что будет? Это будет Пока. Это реально будет сейчас по... Ладно, пошли. Я не знаю, как это сейчас. Если я на Эмс не выиграл, то как я должен выигрывать это на Пока? Вы понимаете? Нет! Да как ты не мог его, что ли, ультой? Я не понимаю. Не зря я ненавижу баскетбол. Я просто ненавижу этот режим всей душой и сердцем. Правда, ребят, я его реально не на фэнк. Сейчас посмотрим. Итак, ребята, за Фэнга, мне кажется, может быть, даже будет интересненько. Ну, сейчас посмотрим, ребята, сейчас посмотрим, давайте. Естественно, на стан. Естественно, у нас, ребята, вот эту. Нет, вот эту, ребята. Будем сейчас пытаться набить урон и в троих просто влететь с ноги. Та-та-та-та-та, сделать ульту, набить и просто победить, ребята. Просто победить. Давай. Серьезно? Вы серьезно? Пацаны, влетаем. Давай. Просто поехали, поехали, разносим. Давай. Где мяч? 2 на 4, ребят, должны забить. Я бросаю, я не знаю, я не попал. Нужно было автоатакой, просто работать автоатакой. Так, давай, пошли. Блин, где Мортис? Он же бесполезный кусочек Мортиса, ребята, нужно гол. У нас остается минута, и у нас плохая ситуация. У нас очень плохая ситуация. Давайте, 4-4, ребята. Врываемся. Так, давай. Хорошо. Давай, Мортис, я в тебя верю. Давай, ребята, я должен. Меня все за... Да, ребята, я забил последний решающий гол. И это, наконец-таки, победа. Вы посмотрите, я 2 поражения сделал, а теперь погрузка. Погрузочка! Если меня слышит вот эта рулетка, пожалуйста, дай мне Джеки. Дай мне Биби. Дай мне что-то очень хорошее. Дай мне, пожалуйста, очень сильно. Да ладно, снова Фэнк. Лего? Или Фэнк? Так, Фэнк, ребята! Ну, неплохо. Зато мне даже не придется менять бравлера, потому что рулетка сказала: Робзи, ты должен взять себе Фэнга. Итак, у нас ребята дальнобойные, поэтому, надеюсь, они сейчас будут идти, я буду сопровождать вот эту тележечку. Я пошел. Так, у нас есть Гейл. Мне нужно как-то набить сейчас ульту. Как-то набить себе максимально... Так, подожди, здесь еще метеориты. Так, хорошо. Хорошо. Так, нужно помочь нашему пацану. Так, помогли. Блин, а можно было как-то аккуратненько. Хорошо. Так, действуем аккуратненько и слаженно. Давай, конечно же. Давай. Развернись, дружище. Не. До свидулики. Я по вагонетку ударился. Да ладно, до свидания. У них фэнков и кашет. Так, блин, мой стан не сработал. Так, хорошо, давай, держимся, ребята, держимся. Как говорится, работаем. Ай, сейчас будет больно. Нет, ему будет больно. Все. Я сопровождаю вагонеточку. Все хорошо. Да ладно, я тут за вагонеткой спрячусь. Хорош, ребята. Сколько у нас? 6 побед. Еще остается 3. Сейчас у нас будет броубол с огненным мячом. А вот чем мы будем сейчас играть в броубол, сейчас мы с вами узнаем буквально через несколько секунд. Я просто жду. Дай мне что-то мощное. Это Лего? Это Гейл? Во, ребята, за Гейла, думаю, будет неплохо. Ребята, это хорошо. У нас был Фэнк 2 раза подряд, это хроматически. Теперь еще и Гейл 2 раза подряд. Так, ребята, броубол. Конечно же, броубол. Вот это, пенальти. Вот это сюда. И какие у нас? Так, щит или что? Там же кусты, ребят, там кусты. Нужно бег и, наверное, урон. Все, вот такой берем себе штучку. Вот такую мы взяли себе наборочку. Поехали, посмотрим, против чего мы будем Роза, Бия и Пэм. И у нас был АФКшник. Так. Так, пацаны, тихо. Этих снесли. Так, подожди. Мяч сломал стенку, вы понимаете? Здесь мяч ломает стены. То есть, неважно, что вы там творите.
Мяч, мяч не залетит. Блин, я думал, мяч залетит. Я же забыл, что так не работает. Здесь мяч просто ломает стены, вы понимаете? Если кто-то бросит в нашу сторону мяч, все. Это ГГ. Я еще не тот гаджет взял, но... Я еще не допрыгнул, ребят. Я еще и не допрыгнул. Так, ПМ снесли. Давай, давай, бул. Фиг, ой, бул. Какой бул? Фрэнк просто взял, долбанул всех, ребята. Так, у меня есть вот такая штука. Привет, пацаны. Привет, 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 привет. Давай, 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 давай. С Розой разобрались. С Розой разобрались. Так, давай, 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 давай. Так, пацаны, давай. Вот туда. Просто смотри. Просто мяч все проломал, взял, забил, идеальная каточка, седьмая победа, Гейл победил, остается нам еще две карты, награда за поимку и нокаут. Давай, награда за поимку, мне нужно что-то такое, чтобы сдалека, а лучше всего ворон, если мне сейчас выдается ворон, то я просто съем этот планшет. Подожди, 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 нет, 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 какое ж вы серьезно, что это такое, как за это играть здесь? Но, как вы помните, я не могу спорить с этой рулеткой. Просто не могу, ребята. Мы оставляем гаджет вот такой. Поехали. Давайте. Скорость бега, урон. Посмотрим, что из этого получится. Что из этого... Дэрил. Блин, а здесь два дальника и Дэрил. Как я буду против этого сражаться за ближника? Ребята, вы не представляете, как это будет сейчас жутко выглядеть. Так, я спрятался. Я спрятался. Мы с ребятами сидим. Мы с ребятами сидим. Так, там, получается, Белль пытается нас прострелить. Ребят, понимаете, что это будет опасник? Оп, оп, оп. Поехали, поехали. Давай, 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 давай. Бия, бия, бия. Оп, оп. Ребята, 5 рили. Отбились. Держитесь, держитесь. Хорошо, 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 хорошо. 28 на 24. Хорош, 31 на 24. Давайте, 11 секунд. Отходите, не давайте. Не, давай, не давайте проходу. Так, хорошо. Поставили, поставили. Добили, победили. Ворвались. Там 322 хп. Она сейчас... Ребята, победа. 8-8, хотел сказать 8-0. Естественно, я звездный игрок. Я здесь просто вытащил каточку, ребят. Посмотрите, остается последнее. Последний рубеж. Два поражения у меня есть, скажем так, в наличии. И последняя катка, нокаут. Готовы? Возможно, решающий раунд. И это решающая рулетка, которая полностью решит сейчас судьбу аккаунта Никиты. Да, потому что на своем я прошел со своей командой. И мы, конечно же, выиграли. И... Мистер Пи, спасибо! Это очень хороший, здесь бравлер. Неважно, ребята, если честно, хороший бравлер или плохой, здесь решает рулетка. Решила рулеточка именно так. Кусты здесь, в принципе, мне не помогут, поэтому скорость бега в кустах брать нет смысла. Берем, конечно же, урон и, наверное, берем себе щит. Вот так. Дальше мы берем себе, конечно же, новый гаджет. Второй гаджет сейчас бесполезен. И вот эту штуку. Все, поехали, ребят, поехали за мистера Пи. Нужно попытаться выиграть последняя игра против нас Брок. Против нас Тик и против нас Эмс. Вот это серьезно. У нас Брок и у нас Кольт. Надеюсь, ребята, вы играть умеете. Потому что если вы не умеете играть, это будет проблемка. Это будет проблемка. Так, мне нужно максимально пробить. Тихо, 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 тихо. Пацаны, тихо, не погибаем. Я чуть не забыл, что это, ребята, не... Так, подожди, я разнес эту штуку. Он уже набил себе ульту. Вы прикиньте, он уже набил себе ульту. Так, тихо, 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 тихо. Мне нужно срочно пезиков. Так, добейте, добейте Эмс. Хорошо, не умирайте, ребята, не умирайте. Не уми... вы не должны... Так, здесь еще и коктейли. Здесь еще и коктейли. Так, тихо, тихо, ага, ага. Я так и знал. Я так и знал, дружище, что ты пойдешь за коктейлем. Так, давай, 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 дружище, да, конечно. На тебе, как тебе пи под коктейлем? Еще и базу поставил, мне бы сейчас базу. Так, дружище, 2160 с одной тыки, нормально тебе понравилось? Давайте, кто против мистера Пи? Кто собрался со мной сражаться? Так, здесь там тик бежит, да? Так, там сразу коктейль, там сразу коктейль. Так, пацаны, выходим, 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 хорош. Спасибо, Кольт. Кольт красав. В этот раз он не подвел. А, нет, подвел немножко. Так, 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 так. Мне нужно моих. Хорошо. Мы разменялись. У нас один в один. У нас один в один. Так, ставим наших пейзиков. Все, пошли, пошли. Пошли, мои куколки, ребята, работайте. Так, закидываем. Закидываем Эмс. Так, ребята, здесь нужно помочь. Нормально справились. Давай, 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 давай. Попасть бы хоть раз. Почему попасть? Брок, не ходи. Не надо. Не бушуй, Брок, не бушуй. Правда, не бушуй. Так, почти побили. Там, все, коктейль. Коктейль пождал. Коктейль есть на мид. Взяли на мид коктейль. Ну все, дружище. Пока, до свидания.
Ребята, победа 9-я с рандомами на рандомных бравлерах в рулетке. Давайте мои 2000 гемов, пожалуйста, 2000. 5 гемов нормально. Ребята, я смог пройти. 9 из 10. Из 10. Из 9, ребята. Обязательно с вас лайк, подписка, колокольчик, комментарий. Код автора Робзи. Также мои соцсети. Все есть запасты, если YouTube забанят в описании. Подпишитесь срочно, прямо сейчас.